Еңбек ерлерін ел тану керек. Жалпы ұлттық телекөпір барысында мемлекет басшысы жұмысшы мамандарды тасада қалдырмай, халыққа танытуды тапсырды. Бұл үшін арнайы еңбек даңқы орденін тағайындауды міндеттеді. Аталған марапат шаруаларға, отбасылық істі жалғастырушыларға берілмек. Осылайша елімізде жұмысшы адамның мәртебесін арттыруды көзделуде. Поэтому я решил учредить специальный орден трудовой славы, который состоит из трех степеней. Обладатель трех степеней равняется герою труда и будет вручаться только рабочим и только крестьянам, которые отличились, династиям рабочих. Там создается все. Там руками этих рабочих, умом создается все, что мы потребляем, все на земле есть. Поэтому славить надо человека труда. Весь мир сегодня и наша страна держится на человеке труда. На рабочем человеке. С ростом населения земли. Қазақстанда инноваторларда ерекше құрметке ие болмақ. Президент тың жаңалық ашып, инновация енгізген өнертапқыштарға қомақты қаржылық қолдау көрсету қажет екенін айтты. Өйткені болашақтың экономикасы инновацияға негізделетін уақыт көрсетуде. Есть у нас свои кулибины, выдумщики. Только сейчас мы обратили на них внимание. Хорошие разработки. Когда они коммерциализируются, когда они на производство пойдут, мы за ними надо смотреть. Поэтому сейчас надо правительству подумать, как нам поощрять вот этих инноваторов. Инноватор сегодня. Новая профессия, инноватор получился. Без инноватора не будет инновации. Надо научить, обучить инноваторов, тогда будут инновации. Вот как? Давайте специальную государственную премию назначим. Большую для хороших инноваций, осуществленных, которые дали эффект огромный. Понимаете, именно это толкало производство.